Да. Сколько здесь квартир-то? В каждом подъезде по 4 квартиры? Здесь тоже дом. Смотри, окна заколочены на окнах. Досками. Окна на окнах. Еще дом. Вот эта улица, вот этот дом. Многоквартирный. Пожарный щит опустел. Да. Вот такой вот дом тут. Пойдем посмотрим, что внутри. Что тут? О, плитка, смотри, шик. Красиво сделано. А где уныние это видишь? Все, по-моему, очень даже ничего. Вот, смотри, последний день переезда, да? Люди в этом жили? Да-да-да. Бред такой. Ну, смотри, потолки. Там коверность на полу еще, слышишь? Диван, зонтик, все брошено. По-моему, люди как-то быстро съехали. Кресло. А что я здесь вижу? Хорошие это книги. Смотри, все книги. Книг. А что они книги не брали с собой? Книги. Идиоты. Ну и где книги? Ага. Посмотри, тут все. Единственное, что я вижу, так это печные трубы. Нормальные кирпичные. Смотри, какая это. Вид на море. Угу. Сказка. Шкафчик. Привидениями. Этот бы комодик я бы взял. Шкафчик с этими, со старыми скелетами. Ага. Фанера. Вон книга, что за книга? Ни одного. Книги такие. Ага. Философские. Ага, на философские темы. Даже эти белье и веревки остались. Алкоголичные. Смотри, что делается. У нас такие медведи есть. Обломанный. На. Плохо. Идиоты еще пытались заклеить. Угу. Чтоб не свистело. Вот это тема. Угу. Так. Я говорю, смотри, даже иконы оставили. Слышь, смотри, все подделки тут. Это из чего? Есть у людей, да? Но. Все бросают такое дело. Посмотри, какая подделка шикарная. Смотри, все нашел. Нет, ты видишь? Фотографии. Это из чего сделано? Из глины? Все брошено. Фотографии. Память. Да? На. Даже не хватило ума собрать. Детские фотографии. Письма какие-то. Сестрички. 62-й год. Да. Пуговицы. Куда бы их высыпать, чтобы рассмотреть. О! Патронов нет. Патронов нету. Одни пуговицы. Библия. То, что фотографии оставили, я бы руки оторвал, да? Ага. По самые ноги. Зонтик надо? Зонтик не надо. Ну-ка, в диване ничего нету? Подними диван. Да нету там ничего. Да подними для прикола. Думаешь, там ружьишь? Конечно. Нету. Пусто. Нужен ножичек? Вскрывать стулья. Был бы финский ножик. Стулья вскрывать не надо. Так, другая квартира. Ну да, да? Нормально тут. Давно ремонт не делали. Чё там? Да проходи дальше. Вечерника воняет. Вечерник, да? Не пойдем. Без камеры. Оп, оп, оп. Слушай, идеал. Выверенная годами. Технология. Утраченная. Швабра, щетка. Окно. Окно открыто. Печки. Сейчас, сейчас, иду. О, слушай, картина, иди смотри. Рембрандт. Пойдем дальше. Второй этаж. Перила. Как бы тут не рухнул дом, да? О, на чердак. Этот самый. Люди же жили до какого-то времени. Последний день. Ну да. Тима, туфля. Чей туфля? Комната для психов. О, шик. Комната для психов? Пойдем посмотрим. О, выключатели видел какие? Винтаж. Психоделическая. С ума зайдешь в такую комнату. Ну да.
розовые очки. Компьютер Рубин. Ага. Рассада, слушай, осталась. Ёб твою мать, рассаду похерили. Это, наверное, из-за того, что форточка открытая была. Иди, посмотри. Рассада на фломастерах, кстати, держалась. Помидоры завяли. Это о чем говорит? Куда переехали? Весной. Все, рассада умерла. А тут смотри, какая комната. Круговая, можно вокруг ходить. Вокруг печки хороводы возить зимой. На чердаках самое может притырено. Ну да. Сейчас еще одну квартиру посмотрим, и потом пойдем вот сюда. О, на чердак. Так, о, еще одна квартира у нас. Фу, блин, даже воняет. Кошка. Крупный, да? Какой-то, блядь. Может быть. Не кажется? Может быть. Пойдем туда? Не пойдем. Аля! Иди сюда. Что я нашел? Что ты любишь? Как раз то, что ты любишь. Гембельский альбом. 870-й, 72-й. Ну как это можно было, да, бросить? Ну, это вообще ВДВ. Северный флот. Ну это какие-то дебилы кинули. Так, не во всем же доме дебилы были. Не, ну не во всем, но деньги. А почему они? Так уже мы вторую, третью квартиру смотрим, и везде фотки валяются. Долго какой-то. Он, ВДВшник. Угу. Все, смотри, как все с душой сделано. Ну, ВДВ. С чувством, с толком. Я имею в виду, приклеено, как все идеально. Ю. Угу. Парашюты такие же старые, что и в 2003-м. Угу. Подожди, мне даже интересно. Так я тебе про то и говорю, ты торопишься. Тут что еще есть, смотри. Вот, сломано. Да, гембельский альбомчик. А, тут армейская жизнь. Гембельский альбомчик. Смотри, какие фотографии, да? Не, ну вот я считаю, вот это надо было с собой брать, да? Угу. Не, оно карман не тянет. Будешь брать? Нет, он ничего. Не мой день, что он там. Люди-то все вроде это адекватные. Ну, Рашпиль нужен советский. Как работает рашпиль? Можем дверь перепилить. Запросто, пойдем дальше. Ножовка нужна? Нет. Пойдем. Там соседний подъезд, может, оттуда залезем. Если нет, сюда придем. Так, на какую-то лестницу или то. А, тут подтянуться можно. Сейчас в соседний подъезд сходим еще. Смотрим, что там есть. Там ряд заброшенных домов. Ну да, заброшенная деревня. Все дома пустые. Вот такое я люблю покатить. Что там написано? С огнем приводит к пожару. Ага. Подъезд номер 2. Оп, замочек. Опа! Это по моей части. Выключали ретро. Нужен? Там такие же я тебе показывал. Да? Смотри, там какая конструкция выше. Ага. Провода-то еще. Не, кстати, клевый. Надо, не? Да, мне не надо. А у него внутри там все плохое, да? Слабое? Все хорошее. Да? Конечно. Не знаю, мне не нужен. Пойдем дальше. Если надо, потом оторвешь. Там у нас наверх. Андрей, так, макулатура. Квартира номер 1. Макулатура. Ага. Я тебе говорил, ножичек надо было тут взять, чтобы подрезать такие веревочки. Какой-то бухгалтер жил, по-любому. Бухгалтер-рыбак. О, кассовые эти штуки. Точно бухгалтер. Ага. Потерянное все для чеков. Смотри, эти бумаги. Унесла с магазина. Да-да-да, там что? Там какие-то пачки. Смотри, все это. Глинная набережная. Ну-ка, нам на стол положи. На стол. На столе. Посылка. Подожди, что написано? Отдел материального техобслуживания. Карельского транспорта. Ценность 20 рублей. Ни хера себе. Теми деньгами. Новая. Бумага, что ли? А, чей тоже. Что с ним делать? Серпантин. Ага. Ленточки. Ага. Воронка. Видишь? Не, да. Солонку посмотри. Да-да. А?
А в этой что, в баночке, слева? В там что-то торчит. Шило. Шильцы, брыльцы. Расчески, смотри, там наверху. Все нормально. Оп. Опа, вот ценный ключик. От сейфа. Это, наверное, от той квартиры напротив. Противотуманки желтые нужны? Волговские. Ну да. О, это точно рыбак был. Рыбак-бухгалтер. Заходи туда. Это у них, блядь, этих... Ага, натырено. Вообще, что ли? Вообще, что ли? Вообще, что ли? Ну не пыли, блядь, этой. Угу. Не надо? Печня. Фу, блядь. Нахера напилил? Тут, кстати, этот был рыбак-снайпер, смотри. Мишени. Нет, еще один телевизор. Полочка. Угу. Кто-то ее хорошенько отхуячил. Телевизор может вон отдать. Комиссионка. Ага. Полироль. Смотри, кошелек. Давай. Бери, скажи, книжки. Кожаные. Ага. Этих уже не делают. Ну да. Мои любимые пуговицы. Почти надо. Бухгалтерские. Оставь. Я еще лучше нашел. Бабушкин. Бабушки бухгалтера. Ага. Померяй. Не мой фасон. Чекушки. Эти стопки. По 100 грамм. Не, а там дальше. 100 граммовки. Оп. Оп. Ага, шик. Сейчас таких не делают. Зеркало. Смотри, какой секретер. Рыбный. Рыбный взял мастер. Стекла надо его? Кожа! Кожа, рожа. Кож зам. Жиги не такая кожа? А, она посветлее. Не такая. Так, что тут есть? Банки наши любимые. Кому ставили банки, ставьте лайк. Что такое? Слово дента тебе ни о чем не говорит? Это зубы. Смотри. Охереть. Для людей это психика. Для слабонервных в таких домах капошка. Пойдем отсюда. Еще что-то есть? Кладовка, да. Заходи, в кладовке может быть что-нибудь ценное. Ты старайся не пылить только. Что за кипятильники такие? Уже кипятильники новые, точно нульс. А что он двойной, для чего? А. Сушилка для обуви, типа. Да. Блин, от лодки. Точно рыбак. Угу. Там дальше-то ничего нету? Блядь, пошли отсюда. Чё, Ира, да? Тут тоже чердак открыт, можно тут залезть. На лестницу. Домочек. Смотри, какой этот винтажный комод. Ты видишь? Да. Винтаж. Зеркало кто-то расходит. О, тут люди, смотри, были с этим. Фантазией. Фантазией. Да? Или гробовщик. С работой у него. Вот это. Филенчатая дверь. Ага. Массив? Это я люблю, да. Я первый раз в этих домах вижу арку. Это эти. Стиль, знаешь, какой? Абсурдизм называется. Смотри, какие обои. Сильные. Карвалол это от чего? Не знаю. О, фонарик, смотри, советский. Той. Угу. Он может, кстати, даже гореть. Да, просто. Ничего нету. Пойдем попробуем на чердак залезть. А, вот сейчас по двери залезем туда. Мебеля. Ты поставил, конечно, она сыграет. Не сыграет, она нормально уперлась внизу. Ну как там? Ну, может что-то быть. Ну пойдем посмотрим. Давай. Давай наверх.
перила бы не отломались. Такой чердак. Тут мы только золотишко могли притырить. Запросто. Кстати, тут знаешь, что надо? С металлоискателем поискать. На чердаке могут и закопать что-нибудь, да? Не знаю. Кстати говоря. Единственное, я тут все вижу, так это трубы и книги. О, пойдем. Вот у трубы, что это? А? Пленки. Нет, ничего. Пойдем дальше. Да, на нас металл искать. А тут сейчас напылишь. О, а там что за этот мебеля какая-то. Как ее сюда затащили? Чтобы крыша не текла. Что там? Подожди, что это? Что за херня? Ствол, что ли? Давай сюда на свет его. Вон туда, к окну. Где? Вон, где свет? Что за? Ни хера себе. Находочки. Там что еще? Магазин, что ли? Патронов нету в магазине? Пустой? Нет. Не охереть. Сейчас заберем. Да. А куда ты? По машине поведешь? Че такого? Да? Нихера. Охота ходить. Сейчас патронов на него ходим. Немецкий, да, автомат? Шмастер. Не, он как-то по-другому. МП какая-то, да, называется? МП-40. Где ты нашел? В каком месте? Под стропилой прям? Ну он припилен был. Ага. Воткнуть, да? Где шифер? Да, да, да. Надо, знаешь, что? С этим. Металлоискателем. Металлоискателем. Был бы он еще у нас. Всякая золотишка может быть. Ну тут металл, этот, шлаки. Хер, так именно нет. Шлаки, какая-нибудь бабка. Ага. Че? Бабка какая-нибудь, это... Копится что-нибудь, она куда золотишко и по-любому на чердак. Ну да. А потом брык и все. Золотишко осталось. Ну да, может такое быть. Не, прикол. В тряпке его и неси. Пусть он в тряпке и будет. Мало ли сейчас кто тут мимо пойдет. Кто тут ходит? Тут на 20 километров никого нету. Что, берем его с собой? Конечно. А что ты с ним делать будешь? На охоту ходить. На охоту, на патроны тогда найти. На. Ой. Взял? Взял. Вот такие вот находочки. Вот в такого вот поселочке. Охереть. Ну давай еще достань его еще раз. Че он там? Посветлее будет. Охренеть. Это здесь. Бои были, так, наверное. Ну да. Нашли, да? Притырили. Ага. Ну, рабочий. Ну да. Вот тут приклад. Блять, заржавел что-то. Потом посмотрим. Пойдем, поехали, ладно. Подожди. Да, ребята. Туда пойдем? В следующий подъезд. Не, там в другой раз. Поехали нафиг сейчас с этим, с автоматом. Ну ладно, ребята, всем пока. Не забывайте подписаться на мой канал. Все, счастливо, пока.